В гимназии, как и во всем Подмосковье, в марте проходила неделя добрых дел. Ребята писали письма на фронт, пекли и разрисовывали пряники для бойцов. А сейчас ученики 10 Z класса плетут маскировочные сети для отправки в зону боевых действий. Они делают это в свободное от занятий время. Идею поддержала администрация учебного заведения, выделив помещение. Помогает школьникам родительский комитет и местное отделение молодой гвардии. И так как в молодой гвардии мы тоже занимаемся плетением маскировочных сетей, я решила принести в школу саму маскировочную сеть. С этого все и началось. Ребята стали сами закупать специальный материал для плетения спанбонд, нарезать его дома всей семьей и приносить в школу для плетения. Одна из сетей уже отправлена в Херсонскую область вместе с гуманитарной помощью от гимназии. Моя семья активно принимает участие в сборе гуманитарной помощи, как в Рязанской области, так и у нас в городе Щелково. Педагоги оказывают всяческую поддержку своим воспитанникам. Классный руководитель Лариса Хритина, советник директора по воспитанию Ксения Котова, всегда готовы прийти на помощь. Когда мы узнали, да, о специальной военной операции, все педагоги, все гимназисты, администрация гимназии, родители стали неравнодушны к этой общей проблеме и стараемся всячески помогать нашим солдатам. Дорогие военные, мы ждем вас с победой! Анна Наприенко, специальные корреспонденты молодой гвардии Ксения Курьянова и Валерия Малахова, Щелковское телевидение.